Всем здравствуйте! Вот такое у нас сегодня прекрасное утро. Солнышко, мороз минус 5 градусов, красота. А мы собираемся в город. Всем удачного дня! Мы уже в машине, едем в город. Вот так вот мы выезжаем с нашего села. Вот такая вот у нас дорога. Вроде во дворе снега больше, а как выехали, так как-то мало на обочине снега. А вот это у нас горно-обогатительный комбинат ГОК. Сейчас мы будем ехать вдоль этого ГОКа. Покажу вам нашу дорогу в город. Машина ехать минут 15 вдоль этого ГОКа. С правой стороны ГОК, а слева лес идет. Там дальше будут дачи чуть-чуть видны. Через камеру, конечно, не видно, но вот это черное на горизонте, это там лес вдали. Вот такая вот красота у нас. Хвойные леса. Приехали мы уже в город. Сейчас поедем на рынок, будем покупать зерно поросяткам. Приехали с города. Зашла, вот буду сейчас открывать ворота, чтобы машина заехала. Сейчас переоденемся и будем разжигать костер. Сегодня у нас будет шашлык. Ждем гостей. Вот такой вот у нас мангал самодельный из бойлера. Холодно. Сейчас будет разжигать. Вот такая вот красота. А запах на весь двор стоит. Сейчас все кошки сбегутся на этот запах. Уже одна бегала там. Итак, шашлычок наш почти готов. Крылышки чуть-чуть подгорели. Ну, это все шкурка. И вот такая еще рыбка. Всем до свидания. Подписывайтесь на канал. Пока-пока.